Зараз спробуємо з'ясувати обставини і що відбувалося сьогодні у Сімферополі з журналістом каналу АТР. Це перший кримсько-татарський телеканал Шевкет Навмуталаєв. З нами на зв'язку. Добрий вечір, Шевкет. Добрий вечір. Шевкет, есть вопрос, который, конечно же, возникает. Это что происходило сегодня в Симферополе, поскольку я смотрел трансляцию АТР и, собственно, видел, как ты шел параллельно с колонной, нечисленной на самом деле, с флагами крымских татар, и слева от тебя шли ОМОНовцы. ОМОНовцы, причем, да. ОМОНовцев было больше, чем митингующих. Ну, именно в тот момент. Да, по видео было видно. Знаете, что традиционно каждый год на траурный митинг соотечественники постоянно шли, собирались четыре колонны. Это центральная ЖД вокзал, автостанция западная, центральная. Шли колонны. В этом году, как знаем, что ни митинга, ни колонны власти запретили. Поэтому люди собрались в сквере возле железнодорожного вокзала, где стоит камень о погибших в депортации. Возле него прочитали молитвы. И после этого, кто изъявил желание, сами решили пойти организованно по тротуару в сторону мечети. Однако по пути, это уже в центре было, их встретил ОМОН. Сначала не хотел пускать, однако потом уже сказали, что пройти можно будет. Однако все люди, которые шли на траурный митинг, шли по тротуару, а возле дороги шел ОМОН. Но я, в тот момент, когда я сделал включение, было, ну, человек, наверное, 300 шло, и столько же было сотрудников ОМОНа. Они не противодействовали, ничего не делали, только говорили, что не выходить на дорогу. Ну, люди как восприняли это притеснение, что никогда у нас такого не было. Все 23-24 года, как мы живем на территории, ну, в Крыму, как проживаем на своей родине, исторической родине, никогда такого не было. Однако, как видите, сегодня шли колонны в сопровождении ОМОНа, и которые не выпускали ни на дорогу, никуда, ни вправо, ни влево. Все улицы были перекрыты, видели, столько было военной техники, и БТР, и автозаки были готовы в случае чего. Какого случая? Вот мне интересно, в случае чего? Но в случае чего, ну, как говорится, власти боятся, что какие-то будут провокации. Но, как мы знаем, 23 года люди собирались мирно, заявляли свои политические требования, скорбили по погибшим и расходили. Все было спокойно, митинг шел час-два, и никаких провокаций никогда не было. Но вдруг в этом году власть решила остеречься, сказав, что якобы будут провокации, и появился указ товарища Аксенова, который запретил проведение массовых мероприятий до 6 июня. Но каких-либо провокаций сегодня не было. Люди организованно на машинах с районов, с сел, поселков доехали до мечети, провели митинг и организованно также разъехались. Никаких провокаций не было. Центр был оцеплен, в центр никого не пускали. Стояла военная техника, Уралы, там же и автозаки были готовы. Шевкет, Ак-мечеть – это вроде бы же название Симферополя. Ак-мечеть. Симферополь Ак-мезжит называется, а это Ак-мечеть. А, понятно. Спасибо. Это пригород Симферополя, да. Пригород Симферополя. Понятно. А все-таки ситуация с Османом. Как это произошло, что говорят свидетели, что сейчас с ним? Ну, пока каких-либо свидетелей нет, которые могли бы подтвердить, но есть информация о том, что его задержали. Сейчас коллега Эльвина Сидбулаева недавно попыталась с ним связаться, он сказал, что все нормально, он находится в Следственном комитете, и что будет дальше, пока неизвестно, пока его удерживают. Но сейчас в Фейсбуке читал, что кто-то пишет, что якобы его отпустили, но ничего, информация не подтвержденная. В Следственном комитете чего? России. России чего? Ну, Следственный комитет... А, это у них так называется орган? Вот Следственный комитет так называется, да. Ага, господи, там запутаться можно, в общем-то. Да, ну, Шевкет, Шевкет, есть вопрос частного характера. А почему у тебя в скайпе написано «Симферополь, Россия» и флажок России? Это уже скайп сам переписывает. Скайп сам переписывает? Ну, да, у меня была «Украина, Симферополь». Ну вот наши редакторы, они были удивлены, говорят, что-то произошло с Шевкетом. Не-не-не. Нет. Это, я не знаю, у нас так переключает, я не знаю почему. И ВКонтакте, в разных социальных сетях уже пишут «Симферополь, Россия», поэтому что-то сделать не можем, переписываешь, он автоматически все равно меняет, ставит «Симферополь, Россия». Понятно. Шевкет, есть еще вопрос. Это как долго сегодня продолжались мероприятия и есть ли какие-то отличия от предыдущих годов по риторике, о чем говорили, собственно, на митингах? Ну, митинг традиционно проходил, но только не на центральной площади, как все время проходил. Сначала люди собрались, как уже говорил, возле железнодорожного вокзала, там провели молебен, собралось, ну, человек, наверное, до 500 было.
организованно пошли, собрались также в Марино, там закладной камень, по жертвам депортации, оттуда то же самое люди выехали, кто на автобусе, а кто решил пешком пройтись по центру города с флагами. Ну, знаем то, что даже тяжело было добраться до Симферополя, так как подъезды города были перекрыты, я сам ехал со своего села, где я живу. По пути встретил, что возле всех поселков, сел стоят по несколько нарядов ДПС, поэтому все контролировано, на подъезде города уже стояли ОМОНовцы, также было много машин, и полиция, и ОМОН стояли, также были автозаки. Со стороны Белогорска коллеги ехали, были готовые фуры, которые хотели, ну, я не знаю, для чего они поставили, но, скорее всего, коллеги сказали, что для перекрытия дороги в случае, если будет двигаться огромная колонна крымских татар. Но, несмотря на это, их остановили, проверили документы, пропустили. Люди организованно добрались до мечети, где проводили митинг. Но основные требования – возвращение исторической топонимики, то есть название тех сел, городов, которые были изменены после депортации крымских татар. Также гарантирование представительства крымских татар во власти. Ну и создание национальной территориальной автономии. Основные требования митинга были таковы, и также люди скандировали Мустафа, если слышали, смотрели с требованием, чтобы пустили его на свою родину. И мы знаем, что Мустафа Джемилева до сих пор еще не пускают, есть запрет на въезд в Российскую Федерацию. Ну, де юре по международному праву Крым не является Российской Федерацией, поэтому это самоуправство, собственно, Российской Федерации и тех, кто объявил независимость Крыма, а потом присоединение к России, которые не пускают, собственно, Мустафу Джемилева в Крым. Там у меня вопрос есть еще, я смотрел сегодня уже в эфире Громадську, это мы показывали программу ТР Лили Буджуровой, которая говорила о том, что к ней в студию не пришли тех, кого пытались пригласить, собственно, Аксенов, насколько я понимаю, и почему? Почему эти люди, они игнорируют... Сказать не могу, но должны были быть первые лица, как вы говорите, Аксенов, но почему-то, не знаю, может быть, переиграли как-то, но никого не было, поэтому передача, как видели, шла минут 10, Лилия Буджирова была одна. Ну да, это я видел, что она была одна вообще, без оппонентов, и без, да. не ток-шоу было. По причинам тяжело сказать. Ну, Рифат Чубаров говорил о том, что был тяжелый диалог в предыдущие дни, и тут вопрос лишь в том... Собирается ли так называемая власть, самообъявленная в Крыму, говорить с крымскими татарами, поскольку вся риторика, которую мы наблюдаем сегодня, это не пустить, запретить, ограничить и вообще игнорировать какие-либо предпосылки для ведения какого-либо даже диалога, даже с такой властью. Ну, как видите, что на словах одно, а на деле другое, на слове говорят, что они реабилитировали крымских татар, но один запрет чего стоит проведение митинга на территории, когда тут была Украина, можно сказать, и сейчас есть, или как судить, не знаю, кто как говорит. Все было спокойно, все проходило нормально, никаких запретов никогда не было. Даже если были запреты, то возможно было договориться с властью действующей, но сейчас почему-то не удалось, как мы знаем, сначала... нынешняя власть, которая сейчас у нас есть, говорили, что митинга не будет, запретят, но потом сказали, что можно будет провести митинг, но только в оцеплении самообороны, полиции, ограждений, что люди будут проходить через металлоискатели. Однако потом вовсе увидели указ товарища Аксенова, что запретить все массовые мероприятия, и никакого митинга не будет. И предложили, даже рекомендовали проводить митинги на местах, а жителям Симферополя и Симферопольского района собраться на кладбище Абдал. Спасибо, Шевкет, за предоставленную информацию.